26 серпня відбулося друге засідання 65-ї позачергової сесії Слов'янської міської ради. На порядку денному стояло питання про обрання секретаря міської ради. На минулому засіданні достроково припинив свої повноваження Олександр Самсонов. 22 серпня поставити питання на голосування про обрання Павла Придворова секретарем міської ради не вдалося. Трибуну заблокувала невдоволена громадськість. Цього разу після тривалих дебатів і емоційних виступів представників громади Павла Придворова обрали на пост секретаря Слов'янської міської ради. У голосуванні взяло участь 37 депутатів, з присутніх 38. 34 депутата проголосували за, а 3 висловилися проти. На сегодняшний день нужно начать плодотворную работу для того, чтобы мы могли все-таки восстановить работу городского совета и двигаться вперед. Значит, одним из требований части громады было не требование, а претензия. Это членство в партии региона. Значит, что я на сегодняшний день принял решение? В связи с тем, что являюсь я в Совете партии регионов, я приостанавливаю свою деятельность, если будет мне доверен этот пост, для того, чтобы снять политическую составляющую. Произошла революция достоинства. Люди поменялись, они больше не будут терпеть, они не будут больше молчать, и они будут громко заявлять свои требования и свои чаяния. На сегодняшний момент, как ни горько, у нас паралич исполнительной власти. Нарушена структура, отсутствует эффективность. А страдают, в конце концов, наши избиратели, те жители, которые нуждаются в том, чтобы сейчас идет сентябрь, октябрь, дожди, им нужны крыши, им нужны окна, им нужно жилье. Мы потеряли 1,5 месяца. Вот это огромный минус. Нет никаких противоречий или других кандидатур. Есть, и у громады в том числе, но минимум одна есть, это я сам. Но, опять же подчеркиваю, что есть процедура внесения. Городской голова и неисполняющий внес. Теперь как гласит закон о местном самоуредовании? Если его не поддерживает большая половина депутатов, только тогда имеет право внесения новой кандидатуры. И причем опять не громада, при поддержке 1/2. Поэтому половина. 1/2 от общего количества. Поэтому если сейчас кандидатура не пройдет, я попрошу перерыв, и мы будем проводить консультации и согласовывать новую кандидатуру. Что касается все-таки кандидатуры Павла Анатольевича Придворова. Ну, у нас дело в том, что я очень открытый человек. И не знаю, как другим, но мне скрывать нечего. Потому что если бы мне было что скрывать, уже бы давно это вылезло наружу. Поэтому я говорю откровенно и с вами, коллеги, и с вами, граждане. У нас с ним были сложные взаимоотношения. И вы помните, и в декабре, и в феврале. Но, тем не менее, если быть последовательным, опять же, то, что я говорю, что мы заботимся о городе, не надо нам отстраивать город, то действительно нужно нам провести сегодня перевыборы. Но у меня есть другая позиция, и я сегодня ее общественникам тоже говорю. И однозначно, городом Славянском в этих условиях может руководить человек только патриот Украины. Это первое. Почему? Потому что сейчас вы знаете ситуацию и вооруженный конфликт, и в городе не все спокойно. Поэтому, согласно тем присягам, которые приносят и держимовцы, и посадовые особы, этот человек должен не просто соблюдать законы и Конституцию Украины, а он должен охранять права и свободы граждан. То есть он должен стать грудью на защите законного права наших граждан жить в единой Украине. Поэтому это должен быть патриот. И эта присяга должна быть принесена не где-то кулуарно, а здесь, на площади, перед всей громадой. Это первое. И второе. Павлович, приостанавливаю, не проходит. Я скажу откровенно, я честен перед вами и перед всеми. Я проголосую за вас, если вы, первое, произнесете эту присягу своему народу, своим горожанам, и второе, если вы не приостановите, а заявите о выходе из партии региона. Если же этого не произойдет, несмотря ни на что, я поставлю минус. У нас произошла такая эмоциональная встреча. Встречались с кандидатом, который был с Придвором, с депутатом Придвором, который предложил депутатский корпус.
Депутат приговором нам пообещал о том, что вы понимаете, что секретарь совета есть секретарь совета. Он ведет сессии, он ведет депутатские группы, все. На какой-то период времени он будет как исполняющий обязанности. Дальше идет кадровый вопрос. Это завтра. Кто зам? Нас интересует, кто полностью будет командовать человека, который будет возглавлять депутатский корпус. Мы разработали концепцию, которая подхода к кадровому вопросу. Здесь должен быть прежде всего проукраинский, патриотичный житель города Славянска, который живет в Славянске, и профессиональный. Все деньги, которые будут заходить в город Славянск на реконструкцию, на восстановление, будут прозоро, открыто распределяться с учетом и под контролем общественности. В этом плане мы нашли общий язык. На сегодняшний день ситуация, конечно, в городе тупиковая. И деньги, которые должны уже были поступать и ремонтировать крыши, и лоббировать наши интересы города в Киеве, пока получается, что некуда. Я призываю громаду о том, чтобы все-таки консолидировать в этом направлении усилия. И если депутаты кому-то вынесут свое, кстати, доверие, то они в первую очередь будут нести ответственность. Ну и обращаясь к депутатам Бахтерегиона, все-таки поймите правильно, на фоне происходящих событий вы не должны сейчас узурпировать власть. Я устала слышать за Бахтерегиона. Мы, как я и другие, также мои коллеги, работаем, как написано в статуте. Все для людей. Партии регионов ни при чем. Я не пойму, почему вы вот это зацепили за это. И вы думаете, то, что разукрасили лавочки на площади, это хорошо. Вы же на флаг Украины садитесь. Депутаты, Воров не має морального права займати цю посаду. Він допомагав під час війни. Ремонтували зброю для того, щоб нас убивали мирний народ і наші війська. Дайте мікрофон! Другі депутати допомагали матрасами, подушками, щоб вони добре виспалися і стріляли в нас, у мирний народ. І у наші війська, які прийшли нас захищати. І ми повинні, зараз повинні должны прийти нові сили, патріоти, які должны взяти власть у свої руки і не віддавати більше ні регіонам, ні комуністам, які були сепаратисти, які були колаборанти. Вони допомагали тільки чужої країні знищити нас. Він весь працював на наших загарбників. Якщо у вас є совість, будь ласка, напишіть заяву про свою відставку, припиніть діяльність свою. Ви не потрібні місту. Дайте новим силам прийти сюди і працювати по-новому. За предложение вынести за избрание секретарем городского совета Притворова П.А. 34 бюллетеня. За предложение вы против избрания секретарем городского совета Притворова П.А. 3 бюллетеня. Испорченных бюллетеней нет. Таким образом, итоги голосования считаются следующими. За предложение вы за избрание секретарем городского совета Притворова П.А. 34 голоса. И за предложение вы против избрания секретарем городского совета Кольча, 3 голоса. Комиссия проголосовала единогласно, подписи членов комиссии имеют. Я буду работать на громаду, я буду работать на город для того, чтобы наш город стал еще краше, стал еще красивее, для того, чтобы он восстановился. И те замечания, которые мне были высказаны, и те вопросы, которые были мне поставлены, мы будем рассматривать в конструктивной, серьезной беседе. Первым делом я продолжу ту работу, которую уже начал. То есть в течение 3 дней я объезжал все разрушенные здания, сооружения, которые посетил поселок Семеновку. Зрелище удручающее, над ним надо работать. Это первое. То есть я продолжу дальше это движение для того, чтобы увидеть
каком состоянии находится город. В дальнейшем я сяду обязательно за все те материалы, то есть увидев все свои глаза, я хотел бы увидеть все материалы, которые на сегодняшний день есть, какие экспертизы проводятся, какая работа проводится для того, чтобы в кратчайшие сроки восстановить эти здания и сооружения и людям дать возможность прийти в зимний период и получить жилье, жить. Ну, вначале, конечно, было сопротивление в связи с тем, что я являюсь членом партии регионов. Но, тем не менее, вы видели, что после общения со мной мы нашли понимание, мы нашли общие цели и задачи, для которых надо на сегодняшний день двигаться. Я с уважением отношусь к общественности, которая находится здесь, и которую я приходил сюда для того, чтобы для отчета и для того, чтобы познакомиться с общественностью. Но дело в том, что когда я выехал, я почему остановил и после этого не дал голосование по моей кандидатуре? Потому что я хотел встретиться и увидеть, есть ли поддержка действительно у меня в городе. Потому что без поддержки в городе, естественно, я не мог претендовать на должность секретаря городского совета. А вот после моего посещения всех домов, после моего выезда на все участки я увидел, что действительно общественность меня поддержит. И тогда я уже твердо сказал для себя, что да, я готов идти работать и восстанавливать этот город. На сегодняшний день, в связи с тем, что я являюсь членом Совета партии регионов, этот вопрос должен выноситься на Совет. И я сегодня, для того, чтобы снять политическую составляющую, сказал о том, что я приостанавливаю членство партии регионов, для того, чтобы в дальнейшем вынести это на Совет, и Совет рассмотрел это решение.